Что это переливание с пустого порожня? Я вас прошу. Мы я уже человек, много... инициативная группа. Выбирайте нет, мы никуда, сами. Мы я никуда ходить не будем. Мы ждем, что пришли к нам. Нет, мы никуда не ходить не будем. Мы уже ходили, ходили. Больше приходить. Мы больше приходить никуда не будем. Мы хотим, чтобы пришел сюда Труханов. Для этого мы хотим устроить пикет на улице. На улице Дегтярной мы выходим туда и перекрываем движение. Мы хотим, чтобы пришли более компетентные лица, которые смогут этот вопрос не просто говорить, что мы будем изучать, а прийти и конкретно сказать. Потому что застройщик нам сказал, Аднан Киван сказал, если городские власти мне скажут, чтобы я эту закрыл стройку, я забетонирую площадку, у них получу свои миллионы, которые я им заплатил за то, чтобы получить это место, и буду строить в другом месте. Мне это не принципиально. Вы разбирайтесь с городскими властями. Значит, к застройщику мы претензий не имеем. Мы имеем претензии к городским властям, которые каждый день говорят, мы разберемся. Не разбираются они. Приходят новые лица, старые остаются их заместителями, и они ничем не разбираются. Площадь Толстого! Ну, давайте хором! Спасите площадь Толстого! Спасите площадь Толстого! Труханов, если ты отнеси, спаси свой город от уничтожения. Это долг. Чиновники от архитектуры, вы предали наш город. Сказать конкретно, почему здесь собрались люди, почему вы все сюда пришли, кто не видел этой листовки. Это пикет, организованный жильцами прилегающих домов к этой стройке. Это этот дом, это этот дом. Также сюда пришли все неравнодушные граждане города Одессы. Что именно? Какая цель этого пикета? Основное требование граждан Одессы и жильцов дома – это соблюдение постановления, то, чтобы горсовет и исполнительные органы соблюдали свои постановления. В 2008 году был принят историко-архитектурный опорный план, который действует на данный момент и который войдет в новый генплан без изменения. Этот историко-архитектурный опорный план, он предписывает, какой высоты должны быть здания в центральной части города Одессы, в центральном ареале. Этот план предписывает, что здания должны быть фасадные не выше 18,6 метров. Мы все требуем с вами, чтобы эти нормы были соблюдены. У нас есть представитель мэра. Мэр – это глава исполнительной власти. Он должен соблюдать, исполнять то, что постанавливает горсовет. Если они не соблюдают свои постановления, зачем они нужны? Если другие постановления противоречат этому, это тоже неправильно принимать. То есть мы просто требуем, чтобы они выполняли свою работу и не застраивали большие 19-20-этажные дома в центре города Одессы. Если сегодня позволить построить этот дом здесь, завтра любой застройщик задаст вопрос, а почему ему разрешили, а мне не разрешили? Завтра такой дом появится возле Мускомедии. Послезавтра снесут еще что-нибудь. Везде по центру начнут появляться высотные дома. И этот процесс уже будет не остановить. Если дома дадут трещины. Вы понимаете, что это будет? Все эти правила, все эти планы были приняты не просто так. Есть не только какие-нибудь культурные, исторические. Есть еще обоснования инженерные. Наш город находится на катакомбах. Когда мы начнем строить большие здания, это повлияет на всю сеть. Это повлияет на соседние дома. Они начнут проваливаться. Я уже не говорю о коммуникациях. Просто-напросто здесь не создавались коммуникации для таких зданий. Их нет. Извините, пожалуйста, завтра говно с этого здания начнет заливать соседние дома. Здесь будет большой... Вот я вам говорю, где потолок уже потом. А у меня сыпется штукатурка. Здесь написано, что здесь будет здание с спортивным комплексом и торговым центром. Здесь есть подземный паркинг. Но у меня вопрос. А сколько машин станет подземный паркинг и сколько людей приедут в этот торговый центр и спортивный комплекс? Где они будут стоять? Они будут стоять здесь, на площади. Они будут стоять на всех прилегающих улицах. То есть...
не предназначен наш центр города для таких зданий. Я прошу вас, прошу всех, кто увидит, не оставайтесь без, равнодушными, да. Подключайтесь к этому делу. Вот в понедельник заместитель мэра приглашает на 3 часа прийти и обговорить этот вопрос с документами. Всех общественников города я приглашаю прийти на это мероприятие и задать вопрос. Да, с плакатами можно прийти. Можно с плакатами под мэрию, я думаю, что можно. Большое вам спасибо, что вы меня выслушали. Поддерживайте нас, поддерживайте себя. Вот. Я не выражаю свою точку зрения, я выражаю точку зрения одесситов, которым это не безразлично. Спасибо большое.